Так, друзья, мы собираемся, короче, ехать, как я и говорил, прикармливать местечко. Вон Добруха с батей в сарай пошли зерно набирать. Сейчас, короче, наберем зерна и поедем на Ишим, на наше крутецкое местечко кормиться. Взяли, ребят, 2 ведра зерна, пшеницы. Сейчас высыпем, чтобы завтра у нас там была рыбалка. Точнее, я, скорее всего, завтра один там буду рыбачить. Не знаю, с берега, с лодки посмотрю. Поехали на Ишим кормиться. Ловили рыбу. Водичка ушла. Прошлого раза. Мы ж вот здесь аж сидели, да? Я вот на лодке вот там стоял, вот там дальше. Классно. Там болото, заяц. Сейчас будем кормиться. Килограммов. Не такие, сука, капризы.